Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в довольно крутую игрушку под названием Skyhill. И в предыдущей серии мы остановились на том, что мы дошли до нашего дома, построили себе уже второго левела верстак, и теперь мы можем крафтить всякую интересную штуку, разные виды оружия нового. Но, к сожалению, для того, чтобы это дело скрафтить, надо нам будет... Точнее, и ресурсы, да, надо будет, и оружие идет на разные статы. То есть я прокачивал до этого ловкость в основном, и как бы это не очень получилось, потому что надо будет и силу, и ловкость, там, и скорость, и т.д. и т.п., чтобы нормально пользоваться крутым оружием. Но, думаю, мы к этому еще придем. Думаю, это просто нас решится еще. И тем временем напоминаю вам, ребята, если вам нравится Skyhill, вам хочется больше серий по нему, то не забывайте ставить, конечно же, лайки. Мне будет очень приятно, да и серии, конечно же, будут по нашему любимому Skyhill. Так, теперь у меня цель вообще лифты починить, потому что я тут парочку лифтов пропустил, это довольно неприкольно. Поэтому пойдем вниз и найдем там, где я пропустил лифты. Жалко, конечно, здесь не обновляется, и вот эти вот у нас шкафчики и тому подобное, типа один раз обыскал и все. Это довольно печально, честно говоря, но ладно, как-нибудь уж без этого. Так, генератор у нас есть, да, чиним, все отлично, починили 95 этаж. И сейчас спускаться, искать и искать. А, мне нужно будет скрафтить саперскую лопатку, по-моему, да. Мне нужно будет найти кусок дерева, а лезвие мы скрафтим сами, конечно же. Поэтому надо найти только кусок дерева. И предполагаю, что это будет довольно непросто, потому что, ё-моё... Кусок дерева очень редко мне падает, по крайней мере, мне не прет. И скрафтить этот кусок дерева, к сожалению, нельзя. Так, самому попробовать, да, попробовать. Вау, с первого раза сработало, отлично. Отлично, сэкономили ресурс. Это замечательно, это всегда очень круто. Так, это трупеха у нас, который на слендера какого-то похуже. Альфа-версию слендера какого-то. Так, мы очень много голода, у нас голод сильно развился, пока мы, конечно, уже спускались. У меня есть, конечно же, старый апельсин, но, как вы понимаете, это не особо-то прокатит. Так, здесь, по-моему, заперто было, да? Да, здесь заперто. Электронная система, нужен пропуск. Кстати, пропуск можно скрафтить, он, по-моему, где у меня был. В другое, да, вот этот пропуск. Но крафт, как видите, пустая карточка, рекорды для пропусков нужен. И книга с кодами записи. И это просто офигеть, какой жесткий крафт. Надо, чтобы нам очень-очень-очень фартануло. Конечно же, все это дело. Так, можно попробовать... На таком количестве голода я бы не стал, наверное, уже пробовать вот, взломать, так сказать, эту всю систему, починить этот генератор и так далее. Я пойду искать, конечно же, себе пропитание. Хотя там появились жесткие вот эти гиганты-монстры. Я, блин, ё-моё, не знаю, как с ними драться. Они очень сильные. Блин, мы уже опять истощились, довольно много потеряли здоровье, и это меня огорчает, конечно же. Так, снова этот товарищ у нас. Бомжик, на тебе по телу шваброй, на. Дальше пить не хочу. Так. Так просто вы меня не получите, еще бы. На. Да ладно, ты такой кривой и говоришь при этом, что так просто вы меня не достанете. Я сам закривил, как не знаю, что. Походу мы что-то нашли. Оу, камеры какие-то. Чипсы? Я хочу чипсы. Так, и что, к чему это вообще? Я могу что-то включить? Камера. Какие-то камеры не работают. Вижу, трупа где-то есть. Ну, окей, наверное, это хорошо или плохо, не знаю. Мне дали ачивку сейчас в стиме охранник. Кстати, пиксельные часы. Отсылка, наверное, какая-нибудь. О, как я давно не видел этих монстров. Ё-моё, я даже соскучился по вам. До этого все, блин, эти ножички. Вы хоть не убегаете. Все. Отлично, ух ты, антибиотики выпали. И кассета новая. Пришла. Я брожу по улицам уже который день. Бросаю взгляды в небо. Надеюсь увидеть военный вертолет, пролетающий истребитель, да хоть воздушный шар. И ничего. Те, кто выжил, собирались на площадях. Рисовали огромные буквы SOS на земле. Жгли костры. Все лишь для того, чтобы стать ужином для мутантов. Они приходят на шум. Я лучше буду один. Вот такая вот история. Да, пытались люди спастись, в итоге
Только проблем не собрали себе. Жалко, я не ваншоту этих монстров. Ну, хотя бы в голову шанс на... в попасть в их голову шанс довольно большой. Корм для животных? Я могу его съесть? Надеюсь, что могу. Надеюсь, что он довольно крутой. Так. О-о-о! Блин, это самая лучшая вкусняшка, которую я встречал в этой игре. Походу. Корм для животных. Кстати, статы я не прокачал. Можно прокачать, по идее. Давайте прокачаем. Все равно мне следующее оружие нужна будет саперская лопатка. Я до нее не так быстро дойду. Поэтому можно пока апнуть. Она все равно на ловкость работает. И меткость в любом случае нам не помешает. Все-таки у меня не так много здоровья, хпшки и т.д. и т.п. чтобы нормально так выживать. Поэтому будем уже что-то там придумывать. И т.д. и т.п. Так, вау, этаж, где врагов почти нету. Вот так! Отлично, ты сломал пальму. Вот это ты дерзкий. Пришел такой в комнату. Так, 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 что нужно сделать? Сломать пальму? Окей. Сломал. Все, жизнь удалась. Странно, что мне ачивку не дали. Так, металлолом. Да вы издеваетесь, дайте мне кусок дерева. Я немного его прошу, по идее. Опять ты. Здравствуй. Хочешь лицо тебе помою? На. Воу, попал. И опять убежал. Здравствуй. Давно не виделись. На. 4 хп. Хотя бы не убежит. На. Все, готов. И дай мне что-нибудь. О, вода. Нормально. О, сырое мясо и клей. Мое любимое. Так. Сырое мясо. Офигенно. Очень хорошо. И водички попьем. Алкоголя нет никакого. Можно было бы что-нибудь скрафтить. Ну, ладно. Так, бам. Не, на этот раз не попал. На этот раз так не прокатил. Ну, ладно, опять один удар, и он дёру дал. Как обычно. Странный какой-то звук слышу. Такой зю-зю-зю-зю. Хм. Как генератор какой-то как будто зудит, но на деле что-то вроде ничего нету. Хм, странно. Ну, ладно. Буду потихоньку двигаться. Надеюсь, что этот я просто не замечал до этого. Как бы все окей, и ничего опасного, страшного и т.д. и т.п. нету. Что-то я часто сегодня говорю и т.д. и т.п. Так, лечение. Я ничего не могу скрафтить. Блин, я только что съел то, что можно было. А, стоп, это отравление лечит. Вот тряпка и алкоголь отлично было бы, но... О, воду можно здесь краспить, что ли? Или что я сейчас съел? Я, по-моему, что-то съел и подумал, что я хотел воду, а при этом съел что-то другое. Ух ты, ключ! Ключ, да ладно! Вот это круто! У меня столько было комнат, где нужен был ключ. Пусто? Да что за аптечка пустая? Это прям медицинский кабинет. Кто-то это называет хламом, а кто-то называет это мое сокровище. Да тут как бы любой сказал бы, что это сокровище, потому что найти такие жесткие медикаменты, это довольно круто. Так, что это? Ох, лезвие. Ну, лезвие мне и не надо. Кусок дерева, пожалуйста. Я многого не прошу, только кусок дерева. Блин, обожаю, когда вот так вот пусто. Кастет нашли, вау. Кастет, наверное, на силу тоже. Вряд ли ловкость использует кастет. А, он скорость использует вообще. Ну, окей. Кстати, швабра у нас со 7,2-9,2 урона. Довольно не слабо уже. Шваброй можно хреначить. Прям. Здорово. О, пальма! Надо ее сломать обязательно. Потом мы опять скажем. Вот так! Так это я умею. Так, на по телу. Бам. Захедшотили. Давай, ломай пальму. Вот так. Так. Ух ты, ключ первый раз использовали. И чё ради этого я... Как ты вообще... О, доп-ход дали. Отлично. Можно еще раз голову попробовать дать. Блин, промазал. Он еще сильный удар по мне дал, охренеть можно. Давай еще сильный удар, почему бы и нет. Я надеялся его захедшотить со второго раза, но так и не прокатило. О, кусок дерева, вау. Можно пойти саперскую лопатку сделать. Было бы, будет очень круто. Так, да разведаем эту комнату. Что у нас тут есть? Пусто. И все. Только, ну, что так плохо. Окей, ладно, пойду наверх. Не, благо я там хотя бы какую-то часть лифтов включил, поэтому как бы нормально все. Я хотя бы не так долго буду идти и спускаться. Жалко, мелочь никого не нашел.
VIP. Наш любимый VIP. Так, аптечки можно, по идее, покрафтить. Тоже круто. Но я сюда пришел за оружием. Так, это что можно скрафтить? Офигеть, я бы его скрафтил. Но у меня нету силы и скорости, к сожалению. Так, если бы я апнул левел, то у меня было бы 4 поинта. Блин, а я бы смог одеть тогда это оружие, знаете. И до левела осталось не так уж долго. А урон у саперской лопатки какой? Где она? 8-10, потом в прокачка идет в 1-19. Чего 1-19? То есть я могу добабахнуть и слабо, и нормально, что ли? Что это такое? Типа, можно вообще даже задамажить слабее, чем шваброй. Блин, мне вот часовой топор нравится. Я очень хочу его скрафтить. Давайте его скрафтим и надеемся, что мы поднимем левел. После этого его сможем экипировать. Так, что у меня здесь остается? Покушать я ничего придумать не могу, да. К сожалению, ничего не могу придумать. У меня есть алкоголь, аптечка, мясо и т.д. и т.п. Ну что, идем дальше тогда. 83-й. А, уже? Так быстро. А, тут электронный пропуск, точно. Ну, что, покушаем. О, он даже не отравился. Но у меня довольно много аптечек, поэтому я, скорее всего, всю еду просто реализую на месте. И сейчас я очень надеюсь поднять нам левелак. Чтобы уже изолента. Ну, можно починить. Если у меня уж есть предмет, который можно починить, то почему бы и нет. Блин, надо было тут нажать тоже. Тут генератор нужен. Там, где трудные вот такие моменты, то вот шестеренки можно заюзать. Да, давай. У меня все равно есть уже часовой топор. Так, здесь что-то как-то странновое. Опять ты! Опять, блин, ты! На! Второй раз повезет. Ох, повезло. Еще давай. Ох, офигеть, вот это мне проперло. Осталось просто его запинать потихоньку. На-на! Ух, офигеть. 30 опыта. Отлично. Это что, гнилой болгарский перец? Ё-моё. Монетка. Это офигенно. Монетка, это очень круто. Ух, клубника и пила. Так, а из клубники никакой коктейль не делается. Любой фрукт и орехи. Ну, такого счастья я, к сожалению, не найду, скорее всего. До сих пор не отравился. Я пока что везунчик. Так, и пила. Пила довольно тоже крутое оружие. Так, тут кто? Тут никого. Пусто, гвозди. Что бы с этим сделать? Арбуз и алкоголь. Я бы тебе сказал. Что за коктейль ты там бы замутил себе. Так, тоже съем сразу. Такие вещи я не раздумываю и съедаю сразу. 63 этаж уже. Мы очень далеко зашли. Жалко, я промахиваюсь все еще довольно часто. Хотя можно, по идее, на вот этих бомжиков не рисковать и бить обычной атакой, потому что... сами видите, что урон от хедшота не сильно отличается, чем от 100% попадания все-таки. Там вообще шанс ничего не нанести. Так, надо аптечки заюзать. А то выпадет опять какой-нибудь огр, и мне будет хреново. Пусто. Только кто-то современный... как оно? Современным художеством, короче, занимается. Стены кровью мулюет. Так. Да что все пусто-то? Ё-моё. Ненавижу, когда пусто. Так, до левела 20 XP осталось. Ох ты, аппарат! В котором была тряпка. Ради этого, блин, монету тратить. Ради тряпочки. О, Фомка. 7,8. Это же скорости нет у меня, да? Угу. Это еще что такое? Существо зефирка, так. Блин, по телу его не попасть. 5,6 урона, ну не такой сильный, как оказалось. Но придется лупить его по 95% шансу. What? Черт его дери, его... это тварь. Антибиотики. Повезло мне, что у меня есть в данный момент
это чубы. Ох, отлично. Исцелился, все. Блин, ё-моё, вот кто отравлять меня будет. Надеюсь, мне такая хрень снова не встретится. А то это весьма такой неприятный моментик. Так, я найду свой... Ох, ты кусок дерева снова нашел. Найду я, наконец-таки, монстрика довольно сложно. О, запись. Моих родных стоят перед глазами. Снятся мне. Смотрят на меня из мертвых глаз мутантов. Иногда я спрашиваю себя, что если это все иллюзия? Бред сумасшедшего. Сон. А на самом деле я лежу где-нибудь в теплой кровати, в объятиях любимого человека и обливаюсь холодным потом от снящегося мне кошмара. Говорят, что лучший способ проснуться — умереть во сне. Вот такая вот история снова нашу... Что это за ебаный монстр? Серьезно? Какого, блин, хрена? Я отравлен, отравленный, у меня нету хп теперь вообще. Есть яйцо, могу яйцо съесть. И умереть, видимо, от отравления. Ох, пипец. Теперь за каждый заход в комнату теряю по одной хпшке. Вы понимаете, что, скорее всего, я сдохну сейчас. Я, скорее всего, сдохну. Если она не быстро лечится, то я стопудово умираю. А если сейчас встретится монстр, то сами себе можете представить, что случится. Еще какая-то баба-акробатка, которая, скорее всего, мне тоже разломает немножко лицо. И хп у нее 90. 90 хп. 90 хп. 90, блин, хп. 15. 90. У меня 100 максимум. С моей швабры я ее могу и только посмешить. Еще и отравленный. Что-то мне нехорошо. Да что? Да ладно. Все, бам! Ты умер. И в стиме ачивку мне дали, привыкай. Спасибо. Но сколько новых навыков мы открыли? 58 этаж, плюс вот такая куча навыков. Наверное, это очень круто. Буду надеяться, что эти навыки мне пригодятся. Ну блин, я так хотел дальше пройти, даже топор не попробовал. 20 экспы было. Всего-то 20 экспы оставалось. Ну, ладно, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилась данная серия. Если хотите продолжение, ставьте лайки, конечно же. Поиграю еще. Да. Не жалеем поэтому лайков. Это все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем удачи. Всем хорошего настроения. И не болейте. Пока.